Ладно, твоя очередь портить, у меня не получается. Согласен. Никитин бездарный шахматист. Все, дайте мне, пожалуйста, управление. Пойди А6. Ладья А7, да? О, давай лесенку. Ладья А7, Не. Б5, 6. Слушай, до Е5 все было нормально. Отлично, мы... Может не бить? Ладно, взяли. Не, там же вилка. Согласен. Давай под Е4, хотим Е4. прям под Е5 встал. Ну вот, о, да, хотим Е5. Наши... А теперь смотри, тонко. Хотим Е5. Под H4 пошел бы уже. Нет, сейчас он пойдет на G2, и мы пойдем H4, что ты переживаешь. Ну или так. Все, смотри, великолепная позиция. Да, шикарно. Активные слоны. Активнейший. Вообще надо было на G3 пожертвовать. Мы выиграли, по-моему, нет? Да нет, конечно. У нас слишком тупая позиция изначально была до этого. Но мы получили неплохо. Всего лишь без одной. Оу, всего лишь без одной. Причем его король не так уж силен. По-моему, это не камбэк, а... Нет, это он самый. Зато наш король чувствует себя в безопасности. Да, абсолютно. Безопаснее места нет. Не знаю, зачем он сам закопал своего слона. Слон активный, активный. Теперь нам надо просто... После слона 2 нам надо понять, как нам короля убрать, чтобы этого слона съесть. Куда его убрать, вот подумай. Сюда, наверное, все-таки, да? Ну на беленькую, мы же беленького будем есть. Ну, вообще логично. И тонкие рассуждения, слушай. Я бы даже не подумал бы об этом. Ну нужно бить и конь и ферзь Е4. Ну, мой имидж вынуждает меня так играть. Ну все, играй, чё-то. Хотя, конечно, пусть пойди сильнее было матовать там. Но... Но связь с человеком потеряна. Да, он решил, что... Нажмем на паузу, дождемся. Да, ребята, но к сожалению. Давай добавим минуту. Не надо. К сожалению, человек не захотел доиграть. Ну прям в этом же ролике, я думаю. Тут всем понятно, тут без ферзей спокойненько в эндшпиле мы выиграли. Зачем? Ты идиот. Я не знаю, что произошло, но его время не идет. Что? Ну как так? Да не, он просрочил его. Сейчас Да. обновится. Да. Через два. Ладно, всем спасибо за внимание, до новых встреч.